Сегодня в мире Майнкрафта у меня... одно хп? Чего, блин? Но каждый раз, когда криперы будут взрывать меня, наше хп будет умножаться, становясь все больше, больше и больше. Но какой максимум у нашего хп? Смотрите до конца, и вы все узнаете. А вот теперь, ну, вообще не смешно. У меня реально стало одно хп, и как мне его теперь увеличить? Свинюшка, может, ты знаешь? Ну ладно, походу не знает. А вот зато я знаю. Для того, чтобы увеличить наши сердца, нам с вами нужно найти крипера. Хотя бы самого обычного. Хотя бы одного. С одним хп сейчас будет довольно-таки тяжеловато выживать в этом мире, но надо подготовиться к нему основательно. Во-первых, нужно добыть бревна. Добываем булыжник. И тут, оказывается, рядом еще и деревня была. О, ну хотя бы еда есть. Еда мне 100% потребуется, ведь нам нужно будет с вами как-то регенерировать наши хп. А сделать это будет достаточно сложно. Явно, конечно, не сейчас, потому что у нас с вами вообще нету хп. Но в дальнейшем, когда у нас с вами будет 100, а то и 200 хп, вот тогда уже будет весело. Так что, жители, не обессудьте, но мне это больше надо. У меня хп скоро будет больше, чем у вас всех. Ну и нам нужна с вами хоть какая-то защита. Голема мы с вами с собой не можем взять, поэтому быстренько тогда его ударяем. И остается только добыть с него железо, чтобы мы могли с вами хотя бы щит сделать. Ну не смотри ты на меня такими глазами, ну не могу я тебя пощадить. Кстати, выпало аж целых 4 железа, это нам пригодится. А куда я верстак положил? Не понял. Нам хватает на кирку, нам хватает на щит. Вообще отлично. Остается тогда найти своих первых криперов, но для этого, походу, придется спускаться в шахту. Ну, я, в принципе, не против, все равно железо еще нужно добыть. И как раз-таки рядом есть шахта. Так, нужно спускаться как-нибудь аккуратно, чтобы, если что, не потерять все свои хп. А сделать это будет очень-очень легко. У нас с вами вообще их нет. И давайте, как раз-таки крипер здесь рядом. Давай, взрывай. А, вот как это работает. Лучше я, наверное, тогда кроватку буду носить, а то как-то очень-очень опасно становится. Но теперь у меня хотя бы целых 2 хп, и можно уже более-менее как-то начать выживать. Ну, опять близко как-то получилось, ну извините, пожалуйста. Как только нас взорвал крипер, наше хп сразу же увеличилось, только вопрос остается. Криперы должны просто рядом со мной взрываться или именно меня побеждать? Если они именно меня должны взрывать, то мне точно не сдобровать, придется кровать все время ставить. Надеяться тогда, что даже через щит все будет отлично работать. Так что давайте, криперы, сразу же показывайтесь, куда вы спрятались. О, железо. Серьезно, мне только один крипер сейчас попался и больше никого, что ли? Да не, быть того не... Ну, реально. Не понимаю, то мне везет, то мне не везет. Что за фигня вообще? А, нормально, даже через щит работает. 4 хп. Отлично, тогда еще один. А ну иди сюда. Давай, 8 хп нужно. Вот, кстати, и эта проблема. Мне нужно каким-то образом восполнять все это хп. И голод уходит просто моментально из-за этого. И еда, походу, тоже будет улетучиваться от меня со скоростью света. Причем здесь света? Я не знаю. Одно я знаю точно. Нам с вами потребуется броня, поэтому железо... А! Ты чем меня пугаешь? Ты дурачок, что ли? Иди отсюда. Стоп, 2 крипера. Так, ну-ка, давайте по одному, по одному, по одному, по одному. Пам. Ну ладно. Могли бы хотя бы по одному взорваться. Ну куда ты лезешь, скелет? У меня хп очень много уже. У меня целых 16 штучек, хотя и не так уж и много времени прошло. Мне уже по факту даже броня-то не нужна. Хотя от лишних и халявных хп я бы не отказался. Но ты мне вообще не нужен. О, стоп, вижу, вижу, вижу. Крипер, иди сюда. Куда ты? Давай, давай, давай. Рядом с ними взорвись. Заодно мне и хп увеличишь, и с ними расправишься. Давай. Нормально. 32 хп уже. Все, быстренько тогда здесь забираем все, что нам пригодится. Нитки, ну в принципе надо. Пшеница, хлебушек. Ну, кстати, порох не потребуется. Ладно, много чего лишнего у меня оказывается. Тихо, 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 куда ты идешь? Ты посмотри сначала, сколько у меня хп, только потом уже нападай. Ух, реально уже становится очень тяжело отхиливать все свои хп. Скорее всего, мне скоро уже придется отказаться от хлеба и воспользоваться чем-то реально полезным. Например, золотым яблоком. Оно как раз таки имеет эффект регенерации, и это может мне очень-очень сильно помочь. Цветочек. Но есть одно но. Для создания одного золотого яблока нам с вами потребуется как минимум одно яблоко. Удивлены? Я тоже. Но также аж целых 8 золота. А сейчас у нас с вами вообще ничего нету. Да и золото нам с вами потребуется для того, чтобы торговаться с пиглинами. И мне колено прострелили. Спасибо. Поэтому, походу, прямо сейчас уже придется собирать все это золотишко, его переплавлять, готовить. Я-то
я-то думал, это прохождение наоборот будет мне намного-намного проще даваться, а тут намного сложнее, слишком много ресурсов приходится добывать. Но ладно, я человек не гордый, я добуду сразу очень много золота. Главное больше криперов не встречать, а то хп еще больше увеличат. А вот как раз таки можем проверить, золотое яблоко у нас с вами есть, кушаем его и все, регенерация нам с вами дается, и причем регенерация второго уровня. Да, конечно, звучит не так уж и клево, но все равно это намного лучше, чем от хлеба хилиться. А, ну еще и 2 дополнительных хп дают, прикольно. Ну давай, быстрее переплавляйся уже. У меня хп увеличилось до 128 сердечек. Если не верите, можете остановить и посчитать. Я потратил очень много хлеба, но зато у меня теперь есть железо. У меня теперь есть золото. Ну и раз у железа очень много, то нужно сделать себе броню. И что бы еще нам с вами делать? А почему бы нет? Топор тоже сделаем. Мотыга нам с вами тоже пригодится, но это уже для добычи листвы. Надеваем броню. Забираем. Теперь только остается найти себе побольше яблочек. Так, здесь больше криперов, надеюсь, нету? Не, конечно, не против увеличить себе хп, но... Ну ладно, ладно, почему бы нет? Давайте, 256 хп. Сюда. Серьезно, я даже удар не почувствовал. Еще один. А ну-ка, давай сюда, давай, давай, давай. 512 хп. Я уже просто плохо начинаю видеть. Стоп, надо это исправить. Во, вот так немножко получше. Здорово, эндермен. Давай-ка я сразу попробую себя выбить эндерперл. Хотя бы один. Ну нет, не повезло так не повезло. Ну что, деревья, пришло ваше время. Надо было, наверное, все-таки еще алмазиков найти, и тогда было бы немножечко попроще. А то эта железная мотыга, она очень-очень скоро уже сломается. А мне до сих пор ни одного яблока даже не выпало. Мотыга уже успела сломаться. Понятно, значит, нам с вами как-то по-другому нужно будет искать золотые яблоки. Но, кстати, у меня 4 штучки сейчас есть, так что, если что, ими будем хилиться. В принципе, если нам повезет, то в деревне мы с вами сможем найти в каком-нибудь сундуке очень-очень много яблок. Ну, или хотя бы одно. Даже если одно найдем, будет уже немножечко попроще. И, кстати, если так посмотреть, то мы с вами уже полностью готовы отправляться в Незер. У нас с вами есть ХП, у нас с вами есть очень много еды. Но, кстати, это мало считается уже. Яблоками, наверное, пока что пользоваться не буду. Прикольно. И что мне теперь делать? Я нашел себе лавовое озеро. Я прямо сейчас могу отправиться в Незер, но у меня вообще нету яблок. Как мне хилиться-то вообще? Этот хлеб у меня уже в печенках сидит. Ладно, тогда просто запомним координаты. Если что, потом вернемся сюда. А так, сейчас наша основная цель это просто найти деревню. Деревня найдена и... Нет, это не та же самая, окей. Давайте, что вы тут храните? Нет, плавильня мне не нужна уже. Здесь что у нас? Тоже ничего. Может быть здесь, хотя... А, еще хлебушек, отлично. Здорово, голем, ты мне сегодня не понадобишься. Я с одним уже расправился. Опачки, хоть где-нибудь яблочко, да, оказалось. Хотя мы с вами, получается, только одно золотое яблоко сейчас можем сделать. И это как-то маловато, нужно больше. Здесь 3 яблочка еще есть. Давайте еще хотя бы 4, и тогда я со спокойной душой смогу пойти проходить Майнкрафт дальше. Но кажется, здесь больше нету домов, в которых могут находиться сундуки. Эх, печалька. Ладно, тогда я просто делаем сейчас все золотые яблоки. Готово. 8 яблок. И, кстати, в принципе, это пока что даже нормально. Нужно тогда возвращаться уже к этому озеру лавы и отправляться в Незер. Мы с вами готовы абсолютно ко всему. Кстати, ладно, давайте скушаем. О, регенерация. Делаем портал. Готово. Портал готов. Теперь нам остается... Не понял. Я же воду забрал. Ты меня что, обмануть пытаешься? Ну-ка, вода, давай уходи отсюда. Теперь нам с вами остается только выбить кремень. О, ну, достаточно быстро на самом деле. Ух, вот теперь начинается веселье. На, не забудь покушать. Чего? Я не могу понять, почему мне в последнее время так хорошо везет на крепости. Было бы еще лучше, если бы я на ней прям появился. Эй, эндермен, а ну иди сюда, я хочу с тобой поговорить. А ну-ка давай, тихо, тихо, давай подеремся с тобой. Один эндерперл есть, остается еще очень-очень много. Правда, я вышел в том месте, где... Ну, ладно, пиглинов здесь не будет. Зато эндерперлы так смогу повыбивать. Но пока что я вообще этого делать не буду, а то у меня из оружия только железный топор. И с драконом, мне кажется, придется сражаться с железным мечом. Ладно, ладно, не повезло. Эндермен, говори, куда пиглинов дел? А, вот. Все, понял, понял, спасибо за подсказку. Тихо-тихо, главное пиглина не ударить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, давай не будем драться, вот, забирай золото, только давай не будем драться с тобой. Хи-хи-хи, падай, падай вниз. Так, мне теперь нужно еще, а ну-ка иди сюда. Давай, за золотом, гномик мой. О, молодец. Вы тоже, ребят, давайте не отставайте, а то встали там, что-то разговаривают. Опа, один золото увидел, второй золото увидит. Молодец. Ты чё меня преследуешь? Давай, давай,
Нифига себе, ты отлетел, пиглин. Да я ж тебя выбью, я тебя выбью, давай. Сюда. Ребят, я так понял, вы там уже закончили. Ай, зря я, наверное, к вам спрыгнул. Ну ладно, у меня хп все равно очень много. Так, эндерперлы есть и 16 штучек, стоп. А есть еще где-нибудь? Еще 4, 20 штучек выпало. Ну, кстати, нормально. Выбираемся отсюда и надо бы избавиться сразу от всего лишнего. Как-то очень мало стрел мне дали. Похоже, в верхнем мире у нас с вами еще будет работенка. Нужно будет найти алмазы, нужно будет еще стрел найти. Это надо будет в деревню отправляться, ё-моё. А я уж обрадовался, то, что Майнкрафт быстро пройду. Эх, не повезло. Здорово. Чего? Окей, так, лучше я это перекрою, а то еще... Нет. Да, разлилось тут лавы, конечно. Тихо, не надо пока что этого делать. Опа, все, вот теперь мы с вами поговорим по-нормальному. Отдавай стержни. Спасибо. Тебя тоже ожидает взбучка. Так, тихо, но ты-то куда подходишь? Ты мне вообще мешаешь. Хотя у скелетов есть стрелы, так что давайте-ка отдавай. Понятно. Не начинал жить со стрелами, так что начинать? Все, 10 штучек, все, просто валим. Где-то здесь... Во, портал. А, там еще пиглины. Ну ладно, золото им отдадим тогда. Тихо, ребят, давайте-ка... Не-не-не-не-не, мы с вами дружим. Забирайте золото, оно мне не надо, я дарю вам это все. О, стрелы. Да тихо, куда ты? И у нас с вами 64 плюс 7 плюс 6. Да, маловато получается. Яблочки я, пожалуй, все, уже больше не буду кушать. У нас с вами и так хп очень-очень много. Но все равно мне хочется еще больше увеличить свои сердечки. Посмотреть вообще, докуда мы с вами сможем дойти. Какой вообще максимум? Так что отправляемся в шахту. Нам все равно с вами еще алмазы искать. А ну-ка, давай. Сюда. Взрывайся. Давай. Сколько хп будет? 1024. Ну-ка, еще. А... 2048. У меня сердечки уже просто не увеличиваются, но хп само увеличивается. Как-то вообще работает, не могу понять. Хотя могу понять, если бы у нас с вами все сердечки сейчас отображались на экране, то был бы самый настоящий ад. Если бы я уменьшил интерфейс до минимума, все равно хп не помещалось бы. Паук достал, хватит за мной бегать. Или же мы с вами просто достигли максимума. Здорово. Так, 4096, стоп, я вижу еще одного, давай сюда. 4096 хп, давай, мне нужно 8000. 8192. Отлично. Правда, не знаю, пригодится мне столько хп или нет, но... Не подходи ко мне. Я тебе не разрешал. Алмазики. 4 штучки. Не так много получилось, конечно, но хотя бы на меч теперь хватает. И, кстати, на один элемент брони. Алмазные ботинки. Ну, пойдет, в принципе. Теперь уже можно спокойно выбираться наружу и можно будет отправляться к дракончику. Я все выкинул и подобрал. Отлично. Ну что, Ока Эндера, показывай, куда мне нужно. Ух, теперь у меня есть другая задача. Мне бы как-нибудь вообще отхилиться до прибытия к крепости Энда. И при этом оставить хлебушек, а то мало ли, вдруг пригодится еще. А вдруг я голод потеряю и не смогу бегать. О, вот это плохо будет. Где-то здесь-то все находится. Получилось, кстати, отхилить не так уж и много. Мне, честно, лень считать, но это меньше половины. Так что меньше 4000 хп. Звучит на самом деле даже как-то печальненько. Так, здравствуйте, ребят. Привет. Почему крепость такая разбитая? Я не понял, подождите. Спасибо за 16 тысяч хп. И что мне с ними делать? 32 тысячи! Нашел. Быстро-ка ломаем. Ну ладно, не доломал немного. И Ока Эндера мне, естественно, не хватает. Ладно, хотя бы я немножечко оставил себе на прозапас. Активируем, и все. Дракон, сорян, но у меня больше хп. Поэтому тебе вообще не сдобровать. Сейчас я только выберусь с этой коробки, и тебе точно хана. Правда, стрел у меня не так уж и много, так что нужно будет сейчас очень-очень аккуратно и очень точно стрелять по всем кристаллам. Да и, в принципе, можно уже сожрать золотые яблоки. Они все равно сейчас мне не потребуются. Я не могу понять, почему мне сейчас не везет. Ну-ка, давай, с первого раза. Вот знаете, мне кажется, вы все задавались когда-то вопросом, у кого хп все-таки больше. У Вардена или Дракона? А я вам сейчас готов дать точный ответ. Больше хп всего у меня. Вы просто посмотрите на это количество сердечек. Да, правильно, улетай отсюда. Быстрее сносим все кристаллы, пока он не отхилился. Да тихо. Не надо. Да хватит. Вот что ты докопался до меня. Пошел вон. Дракон, давай-ка не отвлекайся. Давай приземляйся. Сколько у меня вообще осталось? А, ну 46, кстати, нормально. Блин, я только сейчас понял то, что у меня вообще не получится полностью хп сейчас себе отхилить. У меня осталось всего лишь 10 хлебушка, 2 золотых яблока и больше вообще
нет никакой еды. А у меня как минимум половина сердечка еще не отрегенерировала. Так, тихо. Больно? Сам себя как-то поджег, не пойму. Давай, добивай. Фу! Вот это был вызов. Я сделал этого дракона абсолютно по всем параметрам. Количество хп. Да я выиграл. Кто вообще победил? Ну, я выиграл. Остается только сказать всем спасибо за просмотр. Пока!